Я не особо верил, что какой-то сторонний разработчик может интегрировать полет экипажа в Microsoft Flight Simulator, а программа Yo Controls на старте своего развития не подавала больших надежд. Но недавно, по совету ребят из Air School 33, я решил попробовать ее. И это просто нереально. Оказывается, летать экипажем на Fly-by-Wire A320 Neo в Microsoft Flight Simulator проще, чем кажется. Для использования этой утилиты переходим на GitHub и скачиваем инсталлер. Именно инсталлер, а не релиз. Далее запускаем и указываем папку любую, куда будет установлена утилита, и папку сообщества MSFS. Также можно создать ярлык на рабочем столе. Нажимаем Install и готово. Перед первым подключением проверьте, что сценарий, IRAC, ливрея у вас одинаковые со вторым пилотом, а также сверьте версию A320 или просто вместе обновите до крайней. Далее загружайте Sim'и на одной и той же стоянке. Время не особо важно, как и погода, они синхронизируются автоматом, но желательно выбрать одинаковые. Программу Yo Controls ни в коем случае не нужно запускать от имени администратора. Забегая вперед, не рекомендуется планировать полеты больше 2 часов на текущей версии 2.6.3. У людей наблюдается падение FPS. А также, когда не летаете экипажем, отключайте Yo Controls из папки сообщества, например, с помощью аддон линкера. Далее хост создает сессию и получает код, который передает вам. Вам же нужно ввести ник, выбрать самолет из выпадающего списка, больше ничего здесь не менял, и вводим этот код, нажимаем Connect. Все. Если загорелось, что вы подключены, то значит все заработало и вы готовы лететь. Погода синхронизируется и время тоже. Если же вы хотите стать хостом, то нажимайте запустить сервер, но прежде чем это сделать, выберите самолет и введите опять же ник. После запуска сервера копируйте код, затем ждите, когда второй пилот подключится к вам с помощью этого кода. Это отобразится в интерфейсе программы. После подключения MCDU, системы, топливо и паксы все синхронизировано. Но загружать их надо вручную, а также нельзя интегрировать маршруты с симбрифа. Используйте реальные сопы для полета, а полет экипажем на какой-нибудь ивент станет гораздо проще и интереснее. Для подключения к ватсиму я использовал позывной с литерой О на конце и поставил галочку Observer. А КВС подключился как обычно и отправил полетный план через сайт. В первом полете мы встретили лишь пару багов и рассинхронов, но в целом все прошло гладко и отлично. На дальнейшем видео будет нарезка записи полета на ивенте Внуково-Казань в сети ватсим. Это был мой первый пробный полет экипажем, и я не особо надеялся, что все пройдет гладко, но как видите, получилось достаточно интересно. Подожди, а ты только до Кагома же забил? Ну. Ну. А, блин, а кто маршрут сбивать будет? Я уже привыкшую с симбрифа. Да, 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 смотри. Видишь, у нас по коробочке в конце по килла дельта все заходит, да? Все до полосы. Идеально. Все. Начало положено. Да. Самое больное это перформанс, полетный план и FMGS. Cockpit preparation. Completed. Completed. Gear spins and covers. Так, fuel. 7,880 kilograms checked. Take-off data. Set. Set. Baro. QNH 1020. QNH 1020 set. And mobile's phone. Off. Off. Before start checklist, down to the line. Completed, насколько я помню, да? Да, да, да. Внуково руление, Россия 2505, стоянка 43, разрешите запуск на стоянке. Россия 2505, Внуково руление, запуск на стоянке разрешаю. Запуск на стоянке разрешили, Россия 2505. Windows and doors. Closed. Closed. Beacon. On. Thrust levers. Idle. Parking brake. On. Transponder. Starting engine number. Alpha 3. N2 rising. Report 75, pushback and stand up approved, pacing south, stand up point 4.
Россия 2505, стоянка 43, готова к рулению. Россия 2505, предварительно разрешаю покупать 24 по виски Зулу Альфа 3. Виски Зулу Альфа 3, предварительный ВПП 24 разрешили. Россия 2505. Да, вот по этой линии рули. Стоп, остановись. Что за хрень впереди рулит? У меня ничего не рулит. А, вот рулит. Он куда собрался? Подожди, подожди, не двигайся. Где у нас Зулу? А, ну короче, поехали за ним. Правильно рулим. За ним поехали? За ним поехали. Значит, направо. Да, он пропустил, короче, чуть-чуть это. Вон, сейчас прямо, видишь, там зеленые огоньки уже горят, и по ним уже там трафик стоит впереди. Я правильно понял. Так точно, трасса R416. А здравствуйте, Максим, подскажите, пожалуйста, Аэрофлоту, вот на 20-м гейте загружишь, надо сначала убеждаться, потому что там никого нет, а потом уже оставаться. Спасибо. ZOR-787, повторите, пожалуйста. Прошу. А чё он на полосе стоит? Я, к сожалению, в очках не могу сейчас сказать. 20-й гейт они находятся. У нас как бы runway hate, вот предварительный. А Сью на 20-м гейте... Интересно, если у него ВСУ было запущено, оно могло бы нам что-нибудь сделать? Нет. Там выхлоп не такой, как в Симе. Россия 2505 на предварительно. Flight Instruments. 24-я захват кусовой на курсе. Брифинг. Flaps. Config 1 plus F. Take off speed. 1-1-3-5, V-Rotate 1-3-6, V1, 1-3-5, V2, V-Rotate, 1-3-6, V2, 1-4-0. После посадки борта занимаемся дополнительными под 24-7. После посадки занимаемся... Before take-off checklist completed, down to the line. Аэропорт 815, остановитесь. Это такое приветствие, короче, теперь будет. Остановитесь. Аэропорт 815, остановитесь. Остановитесь. Видите, надо выйти. Аэропорт 815, команда была после посадки борта. А, все, уход на второй. А что случилось? Кажется, здесь пахнет уходом на второй. Думаю, мы тут экипажем летим, а там чувак на полосу решил заехать, а второй сел. Смотри, как садится-то. Ну, садится вообще охрененно плавно. Да, у него и фары светят вообще четко. Да, да, это вообще огонь выглядит. Да, все, Василий. В авиацию. Да, все, настоящий авиация. А что это за это? За паразит был. Шмяк. Спецо просто. Все, поехали, поехали, не тормозим. Take off runway. 24. Confirmed. Отказ. TARA. Before take off checklist completed. Да господи, дай взлет. Полоса 24 взлет разрешили, после взлета 121,4. Россия 2505, до свидания. Россия 2505, 123,4. 123,4, Россия 2505. Это гребаное исправление, я уже третий раз натыкаюсь на эту единицу. Все, ready? Да, стартинг хроно. Хроно. Внук Ватсава, hello, it's 325. Holding point Alpha 3. Manual toggle SRS auto trust blue. Чек. Трассы. Эти нотс. Чек. Сэр, 325, Tower, very good feeling. Виван, ротейт. Line up and wait, and we do forward the 325. Да, что за прикол? Что делать, если у вас отказали оба двигателя? Есть много решений, но мы рассмотрим наихудший вариант развития событий. Ацмаас. Чё? Хорошо, у меня движки вайдали. Позитив клайм. И раб. Мы летим у тебя, скорость набираем. 701, approach 134, 0, bye-bye.
все нормально. One 3 4 Small Zero, thank you very much for control, continue, до свидания. Ну-ка, вокруг, Россия, 2505 после взлета, Когом 3 Дельта, набираем 7000. Россия, 2505, ну-ка, вокруг, добрый вечер, опознанные, набирайте по СИД 8000 футов. Набираем по СИД 8000 футов, Россия, 2505. 8000 set. Автотротл отрубился, потому что... Че у нас? Автотротл отрубился, не по известной, по низкой причине. Ну, блин, зашибись. Уже прошло столько. 2505, разрешаю прямо КНЭП, набирайте без ограничений, эшелон 130. Без ограничений набираем 130 прямо на КНЭП, Россия 2505. КНЭП, КНЭП. И 130, сет, чекд. Траст клайм был. Ну, в смысле нам дали такое интересное спрямление, когда КНЭП у нас, считай, следующая точка. Москва подход, Россия 2505, эшелон 130. Набирайте без ограничений эшелон на 260. Нам сказали? Нет, блок. Вы вдвоем сказали, он не услышал. Заново, сейчас говори. Россия 2505, Москва подход, эшелон 130. Россия 2505, повторяю, набирайте без ограничения эшелон 260. Набираем без ограничений 260, Россия 2505. Аэрофлот 879, разрешаю прямо на ИСУ. Без ограничений? Да, без ограничений, на комплайн. Аэрофлот 701, check standard altimeter setting 1013, you are 400 feet below ascent level. Аэрофлот 701, stand by altimeter now. Косяк. Антиметр стендбай. Ну, он стендарт хотел сказать, но чуть-чуть. Я сейчас поставил стендбай. Ну. Стендбай. Все-таки не ошибся. Господин, вы с транспондером перепутали? Антиметр у вас высоту прибор сейчас показывает. А, извините, перепутал. Пропал с радара. Аэрофлот 101, 10-13 человек. Это подскажет стандартное давление. Остановитесь. 13. Москва контроль, Россия 2505, с вами набираем 350. Россия 2505, опознан. Ура! А тут столик работает? Нет, не работает. Блин, зараза. Я уже думал, давно столик сделали. Держайте, по-моему, 290 на момент. 290 на момент, на раз. Ну, кстати, можно накрутить частоту. 132 сбрать. Сейчас накручу. Раньше было проще, когда вот этой херни не было с блокт. А когда она появилась, то прям поначалу вообще нереально было, особенно воевал, я страдал. 320 градусов, 5 метров в секунду, более 10 километров, слабый снег, оверкаст, 4100 футов, минус 4 градуса, 10-14 давления, полоса, коэффициент сцепления средний, без существенных изменений. Отличная погода. Так, UNH 10-14. Температура минус 4 градуса. Смотри, АОС X-Ray 29, приходим на Kilo Delta 007 на 4000, как рассчитали наше снижение. Минимум для нас 640 футов, в случае ухода на второй на курсе 291 на Kilo Delta 012, а Fly-by-Wire не умеет, поэтому в случае ухода на второй мы запросим векторение. Будем набирать курсом полосы 4000 футов. Вопросы? Самоконтроль, добрый вечер. Россия 2505, работает самоконтроль, 132.9. 132.9, до свидания, Россия 2505. Как я только услышал, не знаю. Но чуйка на Россия 2505 есть. Кстати, посчитай, до Корома у нас 60 миль, смотри, скоро. Нам уже снижение скоро запрашивать. А, через 30 миль. Почему через 30? Ну, дистанция до аэропорта 130. Да, все, дизрегард. Самара контроль, Россия 2505, с вами, эшелон 330.
Россия 2505, самар контроль, здравствуйте. Опознаны. Расчетное снижение доложите и по готовности снижайтесь 270 и выполняйте левые орбиты. Левая орбита, снижаемся 270 по готовности, Россия 2505. А левая орбита нам когда выполнять сейчас? 720. По готовности снижайтесь и левая орбита. Победу 720, понял, набирайте 4000. Спроси его, когда вот это. Ну да, что-то непонятно. Ну все, мы начинаем сейчас снижаться. Я нажму? Я нажал. Простайдл десант. Десант чек. Десант about 340, make a left orbit. Давай спросим его, наверное. Не-не-не-не-не. Мы летим. Чем ближе мы к аэропорту, тем лучше. Там у Карима уже приоритет по кросе. Скажем. У нас все оплачено. Борт номер один, расступитесь. Алам аэронборд. По холдам. 2505, выполняйте левые орбиты и снижайтесь эшелон 230. Поправка, снижайтесь эшелон 220, занятие доложено. Снижаемся эшелон 220, занятие доложено. Выполняем левую орбиту. Россия 2505. 220, снижаемся. И левая орбита, ты выполняй. Так. Захватку слова, хочешь. Чтоб ничего не пошло по одному месту, давай ты лучше. ВВП 33, ВВП 33, ВВП 33, ВВП 33, ВВП 33. Стой. Ай, блядь, правая, ёбак. Аэрофлот 701, занял эшелон 20. Сука, уберись. Аэрофлот 701, снижайте эшелон 230. Всё. Я вижу, всё, мы летим вправо. Иди, возьми хайдинг. Сейчас. Я забыл левую. Я не могу. Все, я сделал холд левую. Казань подход, Россия 2505. Добрый вечер, с вами эшелон 220. Готовы. Россия 2505, Казань подход, здравствуйте. Вправо, влево курс 108, снижайте эшелон 100. Влево 108, снижаемся 100 и нам как-нибудь чуть побыстрее. Ну а смотри, он говорит, прям к этому, Кило Дельта 021 повторит. Видимо, он понял намек. Арбот 301, скорость 200 узлов. Попутно. 200 узлов, он исчез. Россия 6595, скорость 230 узлов. А погодный радар? Не работает. Россия 6595, радар тоже не работает. Россия 2505, влево курс 340. Влево 340, Россия 2505. Аэрофлот 701, скорость 200 узлов. Мне кажется, 250 мы держим, и ему прям самое то. Мы успеем всегда затормозить и выкинуть якорь. Россия 2505, скорость 220 узлов, снижайте 3000 футов, кинезии. Здесь 14, снижаемся 3000 футов, скорость 220 узлов. Все стерильное, как бы, то я пропускаю эти команды. Прямо на Kilo Delta 209. Следуем прямо на Kilo Delta 209, Россия 2505. Россия 2505, снижайте 1700 футов, разрешаю заход ИЛС, X-Ray, АП-29. Разрешили заход ИЛС, X-Ray, полоса 29, снижаемся 2700 футов, Россия 2505. Flydubai 933, на русском... Так, давай Approach Phase активируй. Активируй. Approach Phase активируй, давай Speed. И я включаю Approach. Flydubai 933, Descent Flight Level 8. Давай. Подожди, 2700. Flydubai 933. Давай Approach Eclipse, который мы должны были зачитать. А, ну то как-то... Да. Approach Eclipse. Брифинг. Влево курс 0-2-0. Снижайте эшелон. Так, брифинг конферм. Бекон статус. Чект. Сидбелт. 4000. Он. Баро. QNH-1014. QNH-1014. Минимум. Минимум баро 6-0-set. Баро 6-0-set. Engine mode selector. Approach checklist completed. Командуй. Оба слева сейчас сидите или один справа? Я справа. А, ну у тебя сдвинут симулятор и вид вправо. Конечно. Я думал, мало ли вы одинаково. Speed check, flaps one. Не, на самом деле я один вид сделал нормально. Россия 6221, скорость 220 зол. О, фары включились, охренеть. Россия 6221, влево курс 330.
Локалайзер капчет. Подумай, 93, turn right heading 080, descent 4000 feet, Greenwich 101. Почему мы летим параллельно зеленой линии? Нормально летит, это у тебя какой-то глюк, Ламар. Россия 2505 на прямой. Россия 2505, работает синхронный старт, 120.3. Спасибо большое, Россия 2505. Давай, glide slope alive, gear down. Gear down. Flaps 15. Flaps 3. Speed check, flaps 3. И flaps full. Speed check, flaps full. Казань старт, Россия 2505, на прямой, полоса 29. Россия 2505, Казань старт, здравствуйте, УПП-29, продолжать заход. Продолжаем заход в УПП-29, Россия 2505. Там на вторую шли, что ли? А, не, взлетели или взлетели на вторую? Взлетели, так, лендинг чек-лист, может быть? Да. Лендинг чек-лист, кабин крю. А, нет, кабин крю. А подожди, у нас ЕКАМ статус еще. Я вижу. Так, давай, автобрейки, лоу. Я уже сделал. А что у нас? А, вот сейчас. Все. Вот сейчас. Кэбин. А, так. Тыкай, кэбин. All нажми. Я? Да, это да. С твоей ну, стороны. Как бы уже все там было. А. Автобрейк. Автобрейк лоу. И камемо. Лендинг ноублю. Лендинг чек-лист completed. Россия 2505, УПП-29, посадку разрешаем, ветер 310 градусов, 5 метров в секунду. УПП-29, посадку разрешили, Россия 2505. А ничего то, что мы выше глиссады, чуть-чуть уходим? Ну, тут могут быть кривился, я не знаю, короче. Но у меня сценарий стоит, у тебя сценарий стоит? У меня стоит сценарий. А у меня тоже. Хорошо. Может не совпадать показания по ПИС фактическим углом наклона. Так да, и это, Папи и глиссада уходят оба. Что, может, на ручной есть. Перейдешь? Глиссада. Не, у Косомаса робик ровно по центру. А, ну ладно. Это ты сейчас сядешь где-нибудь, на весу окажешься. Беда. Все нормально. Три белых, один красный и ромбик по центру. Три белых, и один второй. Красный, все нормально. Вот это нормально, а что? Четыре белых сейчас. Нормально. Да, тоже 4 белых. Вот 3 белых, 1 красный. Мы высоко, 100%. Мы высоко, я да, тебе я говорю. Папе пойду, это ненормально. Ой-ой-ой, вертикалку за 1000. Все, это на ковер потом. Ну, у нас визуальный 500. Continue. Казань Павел, Дудейзу, Хабарканцев 7-9. Вот сейчас 2 белых, 2 красных. Казань 7-9, Казань. Старт, здравствуйте, Ран Витюнайнер, континью, проучит на борту. Это Илс кривой, что ли? Да, Илс кривой. О, континью, хотя Илс вот сейчас нормальный, нет, это что-то автопилот. Аэрофлот Самас вообще вам исчез вверх. Аэрофлот 701, Казань Старт, здравствуйте, Ран Витюнайнер, континью, проуч. Континью, проуч, Ран Витюнайнер, Аэрофлот 701. На левую стойку. Speed break up, reverse is normal, decel. Спойлер с гриля, реверс гриля. Ну эти, с Боинга, коллаут. На Airbus'е, универсальный. 60 knots. Чек. И в 2004-м тоже. Россия 2505, работать Казань руление 121.7. Так, мы уже рано эвакуэйтед, да? 121.7, Россия 2505. Ну типа как бы, да? Полосы. Казань руление, Россия 2505, она браво. Можно в авто поставить, я думаю. Ну, там уже борт сел, наверное, сейчас сюда освободит. И не сможет освободить. Чего? Застряли реально. Тихо. Минуту. Тихо. Полторы. Россия 2505, а повторите маршрут руления, пожалуйста. Россия 2505, продолжайте руление по магистральной, далее Фокстрот, стоянка дополнительно. Магистральная Фокстрот, стоянка дополнительно, Россия 2505. Поехали направо.
Аэрофорс 101, Вов, вырубил, слышите, говорю, почему струбы, я думал, выключен, вырубил. Блин, там уже следом за нами борт. Я говорю, там освободил уже за вами, а следующий на заходе идет. Нам по магистрали? Да-да-да, направо, поехали, поехали. Вы до того, как доложили освобождение, стояли как минимум полторы минуты. Бери левее. На Фокстрот там правее. Не-не-не-не, все правильно, едем. Левее, это впереди, которая вон там рулежная дорожка. Слишком буквально все понимаешь. Ага, кусты начал поворачивать. Да-да. С дядькой занимался, ну, не коммерчески, а чисто. Ну, он спросил, там, что я делаю не так, я решил посмотреть, что он делает не так. Ну, он делал там все не так. На стоянке движки запустил на 767-м. И, короче, взлетный режим сразу поставил. Я говорю, мы еще никуда не едем. Он говорит, да-да-да, все нормально. Я смотрел трансляцию, он уже уехал с перрона, едет через раз. Я говорю, тягу на ноль поставьте и ставим очень торос. А как это сделать? Я говорю, вы видите, что что-то идет не так? Он говорит, ну, кажется, да. Потому что самолет едет сотню где-то в километре от перрона Пулково через лес. Так, нам сейчас берем, да? Остановись, пожалуйста. Россия 2505 на перроне, стоянка для нас какая будет? Россия 2505, стояночка, у вас будет номер... Хотите у гейта? Да, хотим у гейта, Россия 2505. Россия 2505, стояночка будет номер 9. Стоянка номер 9, Россия 2505, спасибо. Поехали прямо и там направо, вон там, в самом конце. Стоп. Идеально. Сейчас пассажиры, которые повставали, я думаю, упали. Есть такое. Паркинг чек-лист. APU bleed. APU bleed. Он. Engines. Off. TCAS. Сейчас, стендбай. Паркинг чек-лист completed. Ну и все. Ну да, секьюринг не будем, все здесь. Россия 2505 у гейта. Большое спасибо смене за контроль. До свидания.